Итак, о хорошем. Видите, у меня теперь за здравие. Посылку получил. Пусть запросы фантастика. Веточки положил пока в воду. Пусть придут в себя. За коллекцию косточек тоже огромное спасибо. Так, теперь. Здесь у меня... память плохая, ладно. Из наших кто-то. Так вот. Наверное, они... постоят, напьются, высадят, наверное, сад у него шелковичный состоится. Так, объясняю. Практически закончил. Всего набралось всех 12. 13, 11, ну, 14, которым я нарезал черенки. Уклал больше, чем заказывали. Вот, веточка по 200 рублей, минимальные 5, но принимал и 3, у кого денег мало. Вот. Пересылка с ускоренной почтой, ну, дорого, 500, 600, даже 700 рублей. Вот. И получалось, кто денег не пожалел, Абакан, одна посылка шла, это я отчитываюсь, я должен это сделать. Одна посылка шла один день, вторая посылка в Абакан за два дня. Вот. Если я не путаю с этим, с Красноярском. Ну, ладно, неважно. Так, этот самый, 4 дня до... Казани, 4 дня до Санкт-Петербурга, 3 дня до Урала. Вот такие сроки. В общем, нормально. Если все, они у меня были, Юлия Сергеевна их паковала чуть-чуть сырыми. Все, любовно, все это, в общем, это еще не самая лучшая фотография. Так, теперь Алла. Что? Алла присылает фотографию. И они мне, а прямо на этот, на мой канал «Садоводство по железу». Сама пишет, что толком не знала, не нашла, видео зеленой черенкования. Есть видео, есть статья, не нашла. Но, в принципе, видимо, из моих слов, вот, под бутылки, накрыть тряпкой, я думаю, у нее получится. Вот, вот этот момент, так, теперь, время покажет, пишет она. Теперь, значит, так, это я пока пропускаю. Эту тему пропускаю. Итак, инновационные разработки. Значит, не бойтесь, два фильма видели. Фильмы назывались «Ученый Ваулин мне друг», но истинно дороже. Поэтому самое из вас, ну, как назовем, любознательно, уже это все знаете. Вот. Я отражу пару моментов, которые я обязан отразить как садовод, как гражданин России. Там, где я с ним не сошелся. Сейчас увидим. Так. Вот. Значит, самое главное, он перенял от меня. Без внесения удобрений, защитных мероприятий и полива. Вот. Я рассказывал, что я абрикосы, эти сеянцы, поливал только один раз. Ну, а так как мне их было не жалко, я их просто и больше не подходил, а они, зараза, еще и не погибали. Для меня, чтобы сеянец мажорского абрикоса умер, я не могу вспомнить. За все годы на четырех, ну, много снега, значит, где-то все-таки подопревание. Так я сразу его, вот, я одного из тысячи жалеть буду, а сейчас, вот, или халтурить. Раз, вот это вот. И у него, у Ваулина, мои, абрикосовая плантация в 12-м году, вот, немножечко он, чтобы получилось так, раскосочками, значит, это его работа. На самом деле он у меня выписал однолетние сеянцы из-под манжурца. То есть самосев, они были вот такие вот текущенькие совсем, но результат вы видите. Почему я подчеркиваю свое участие? Сейчас поймете, это очень важно. Это не шутки. Понятно, придет время, он будет получать Нобелевскую премию, а он уже про меня не вспомнил. А он может получить ее. Почему? Результаты фантастические. Итак, дальше это, начинается. На четвертый год плодоношения, то есть 5 лет плюс 4, 9, 4 год плодоношения, 20-58 килограмм. Сенсация. Так вот, я вот это, тех двух фильмах нету, ну слаб человек, это же мое родное. Вот, чуть ниже я докажу, что мое родное, потому что кто-то скажет, да нет, он еще где-то достал. Так вот, где он достал? 12 сортов абрикосов, это очень важно и вам пригодится. Вы тем более поверите, что вам нужно засучивать рукава. Все проще пареной репы. Как говорил этот самый один из гениев, не думайте, жизнь
непроста. Жизнь непроста, она еще проще. Так вот, продуктивность, 12 сортов из других регионов, посаженные рядом, те же сроки, полкилограмма с деревом. А дерево получается уже, ну, может, 8, 9, 10 лет. Все коту под хвост. А это не все. Этого не было в двух фирмах. Я обязан сказать, почему. Потому что я получил возможность его покритиковать. Он занял теорию заговора, теорию молчания. Вот. Получайте взамен, ну, хотя бы, не ругань, ну, хотя бы, ну, конструктивный разговор. На находящемся в нескольких километрах от нашего экспериментального сада в Челябинском сортоиспытательном участке, то есть Челябинский СОВ, я знаю этот участок, вот, продуктивность взрослых деревьев на десятках изучаемых и районированных сортов абрикосов за эти годы не превышала 0,3 килограмма с деревом. 300 грамм. Ну что, вы еще не упали со стулья? Это зачем этот участок был нужен вообще? А вы знаете, сколько у нас их в стране? Я потом покажу, чего добилась Ирина Александровна. Ну, правда, под моим чутким руководством. Вот, на моем участке. Но добилась же. Держитесь за стулья не сейчас, а потом. Итак, дальше получается следующее. Я теперь скажу так. Вот это вот мы еще не проходили. Пусть два фильма снято. У него было два материала, две работы, очень интересные работы. Вот. Еще раз говорю, там есть все, кроме того, садокладчик Железов или это самое, соавтор Железов. Ну, теперь смотрите, что получается. Я начну издалека. Смотрите. Значит, когда-то ко мне пришло письмо, и там было сказано: Валерий Константинович, почему автора не называю, тем более его и не знаю. Но не дурак, извините. Знаете, как он сказал? Вы с Курдюмом Николаем Ивановичем полные антиподы. Каждый говорит одно, а другой говорит наоборот. Почему вы молчите? Почему вы с Курдюмовым заняли позицию, как сейчас скажу, невмешательства? То нет, другое слово. Вы заняли позицию нейтралитета. Ну, вы можете понять-то и это самое, что он жизнь прожил, у него есть свое мнение полное, да? Вот. Смотрите, Шредера знаете, 19 век. Я про него хоть одно плохое слово написал. Но когда я начал читать его книгу, на 15 странице я закрыл и сказал, больше читать не могу. Вот. Гревля, Бербанка, а? Несколько южных я уже упоминал, не хочу больше. Вот. Мичурин, я во многом не согласен. Я про них что-то плохое говорил, вспоминайте. Нет. Какое имею право? Вот посади рядом со мной. Ну, на том свете встретимся, там в саду поговорим. Если по-русски они понимают. Так вот, что получается? Есть какая-то определенная этика. Но я считаю, что в данном случае я почувствовал себя, мягко говоря, обиженным, и поэтому немножко прокомментирую. Вот. Но по-своему. И очень быстро, я не буду все это читать, что здесь написано. Итак, ученый рассказал о методе закладки садов не саженцами, а семенами, которые дают больше мощное растение. Вот. Я сразу скажу, шурфовый метод полива абсолютно не согласен. Но не могу я все это обо всем говорить. Раз. Лиана подобная, я, понимаете, он мне дал право высказывать не то, что говорить, что ты умный, я дурак, я умный, ты дурак. Просто высказать свое мнение. Итак, он рассказал там о новой кроне для яблони, шестиярусной пальмете, обеспечивающей урожай 30-50 тонн с гектара и других разработках. Вот. Как бы мне сказать мягко? Я хочу мягко сказать, уж совсем мягко, уже ничего там это. Не верю, как Станиславский. Не верю, не верю. Вот сейчас прошла зима, именно на Урале, именно там
крутейшие садоводов сказали: яблок нет, груш нет, абрикосов нет, персиков нет. Это те, которые самые вот надежные люди. Что творится сейчас в Челябинском этом госуниверситете, я не знаю. Вот. Урожайность 30-50 тонн сга, искалечив 6 ярусов. Это значит, яблоня искалечена. У нас калечение привело к тому, что одномоментно, это несколько лет, в этом четырехугольнике Саяногорск, Абакан, Минусин, Шушенская, вот в этом вот месте, где росли, наверное, тогда оно было очень развито, садоводство, несколько миллионов яблонь. Нету! Дорезались. Вот. Дошло ли это беда? А это эпидемия. Это настоящее бактериологическое оружие. Вот. Пусть я его не осознанно, но привезли же сюда, к нам. Вот. Сейчас, где бы мы ни жили, это я свое мнение говорю, пожалуйста, верьте, что у вас будет так. Сейчас я объясню, откуда взялось 350 тонн. Значит, никаких обрезок яблони. Растет и пусть растет. Мы с вами не ученые. Как ученые могли доказать 30-50 тонн сга? А, Елена Александровна, Савинич, она нас слышит. Как? Правильно, сейчас объясню. Как правило, и это уже, ну как, я это мог бы даже доказать. Вот. Вот смотрите. Берется вот так вот. Вот так вот. Видите? Больше вы ничего не видите. Вес одного. Это даже не самый лучший снимок. Есть еще и покруче. Есть еще покруче снимки. Сейчас. Я вот забыл тот, который был напечатан в газете, где клоновидная яблоня. Сейчас вспомню. Он тут есть. Сейчас. Вот. На пустом фоне. На пустом фоне. Сейчас я его найду. Это было в газете «Сады». Ой, нет. Это было в газете в журнале «Присадных лесов». Вот примерно оно или такое же. И вот так вот было сказано. Садим через 40 сантиметров, междурядьем метр. Сосчитали, сколько тысяч на одном гектаре умещается. И вот урожай одного, ну, несколько килограмм, два, три, может, пять, умножили на эти тысячи и сказали, все, мы теперь будем заниматься колоновидками. Это все было. Все это оказалось туфтой. А мы теперь, для меня вот эта пальмета, она меня это сразу как-то мне, чтобы не очень-то уж махать Сашкой, это все неправда. Никогда вы не покажете мне полностью сад, сфотографированный с четырех сторон, пусть это будет один га, это уже точно надо, чтобы было померено. Один га. Длину, ширину, вот ровно га, все. Вот. И со всех сторон, и везде деревья, все пальметы. Вот. А вы знаете, пальмета. Если дерево растет во все четыре стороны, а здесь только в две. Но я уже не буду в это. Потом сами наберите. То есть у него всего это. Она как это? Распластанная. Сюда и сюда. А вот этих уже направо-налево их нету. Вот. Я еще раз говорю, дали мне повод, иначе я молчал бы. Ну, отчитался, ну, 35 тонн. Ну, может, правда, когда-то это академиком станет. Вот. Теперь. Итак, семена дают более мощные деревья. Все правильно. Я с этим согласен. Вот. И теперь я пропускаю. Вот. Это доказательство того, что наш общий друг. Вот. Его письмо – стопроцентная поддержка того, что речь идет о тех супер, именно железовские. А все остальное – 300 грамм с дерева, 500 грамм с дерева – это все уже не мое. Вот. Ну и подчеркивает, он такой, вот этот человек, который, значит, не мыт, а вот такой умница, он, как он мог все это запомнить? Вот, видите? Ну и я уже стараюсь как можно короче.